Всем привет, друзья, с вами Чан Лола. Я нахожусь в такую крутую, классическую, прикольную игру, называется Bunny the Horror Game. Многие ютуберы проходили, но не могли пройти, но я смог пройти, и другие ютуберы некоторые. Я решил вспомнить и пройти эту игру. Давайте я сейчас буду начинать, поехали. Так, день первый. Так, мне надо убежать отсюда. Да. Понятно. Странно. Тут ничего нет. Ну ладно, пофиг. Наплевать. Бежим. Я могу эту игру пройти. Тем более она легкая. Ну... Кто-то думает, что это сложно, не. Ой, ну нет, это легко. Просто надо некоторые тактики надо вспоминать. О, шестеренка. Взял. Бежим. Давай. Беги, чел. Ну это точно не пойду. А, ну все, я понял. Так. А, ну все. Уже отстал? Так быстро? Ладно. Арбуз. Ну, мне-то точно пригодится этот арбуз. Ладно. Левер. Хопа. Так. Кейс. Может, ключ от сейфа? Сейф кей. Ладно, бежим. Надеюсь, я смогу. А ну-ка, давайте-ка я попробую. О, я смог пройти. Прикол. А как это у меня так получилось? Что я смог эту фигню, блин, пройти? Спускаться тут тяжелее. Опа. Куда ж ты, заяц? Поскочишь, куда не надо. Ладно, посмотрю, что тут есть. Ах ты ж мразь. Ладно. Хопа. Я знаю, что тут заяц. Ну, я знаю, что заяц не ловит через дверь. Прикол. И ну прикольный такая будет такой баг, типа из предыдущего Head Horse. Ну, с предыдущей версии. Типа 1.2.9. Ну, версии. Графику изменили. Управление чуть-чуть поменяли. Ну, кому-то неудобно мне. Сначала было неудобно, но я привык. Так, ладно. Ты где меня заметил так быстро? Мразь такая. Хопа. Кассета? А, ой, аудиокассета. А зачем он мне? Главное, я выбросил, он мне все равно не нужен. Тем более, зачем мне кассета? Особенно в том, зачем мне кассета. Ну ладно, пофиг. Стоп. Шестеренка забираю. Подвину. А тут что? Понятно.
Окей. Фух. Давай, 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 давай. Я смог. Опа. Поместил. Стоп. Хотя ладно, какая разница? Ну ладно. Тут ничего. А тут можно какие-то вещи найти или нет? Или я как лох буду ходить, бродить, искать? Ладно, какая уже разница? О! Опа! Я не помню, что это за штука, но это для унитаза. Опа. Типа ёрщик, хранёрщик. Я не помню, что это за название. Как это, блин, фигня называется, но это точно. Хопа. Так, я пройти смог. Бежим. Отрезаю проводок. Готово. Беги, беги, беги. Вот черт. А ну-ка. Че за фигня? А тут можно собрать дробовик. Или нет? Ладно. Охренеть. Откуда тут столько капканов? Ну, человек какой-то может не сможет пройти, я точно не знаю. Все, перерезал проводок. Стоп. А, ладно, какая разница? Ладно, бежим. Нож? Да ну, а зачем он мне? Для чего мне? Вопрос такой, для чего? Для чего мне этот нож? Чтобы я тут кого-то убивал? Или чё, как? Я просто хз. Ладно. Ладно. Опа. Майнкей. Ладно, без разницы, как можете говорить. Стоп. А что это? Я тут увидел кое-что. Так все, заяц, отстань от меня. Я заныкнулся. Все, заяц, ты меня не должен находить. Потому что я тут заныкался. Кстати, а где рычаг, блин? Я, блин, ищу такой еще, блин, рычаг. Где он? Может, он где-то тут есть? Хотя это вряд ли. Фух, не заметил этот заяц. Беру молоток. Молотора. Закрылся. Готово. Хопа. Беги. Беги, беги, беги. Давай, 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 давай. Ну, кстати, неплохо так прохожу эту игрушку. Так, я взял вренч.
А тут что? Понятно. Окей, ладно. Мне уже маска не нужна. Может, ее используют для крайних случаев или нет? Ну ладно, наплевать. Интересно, где же тут можно найти рычаг? Я, блин, тут уже рычаг, я уже этот рычаг, блин, обыскал, но я не нашел, к сожалению. Рычажочек, где же ты? Ладно. Покрутил, поврутил, ладно. Блин, я только пошумел. Что делать? А, ну все, мне бежать некуда. Все, мне уже некуда бежать. Этот мразота, блин, быстрее меня. Это ужас просто. А, это второй день? А, блин, я в такое время тут, блин, в такие тут дни не погибал. Как это? Так. Ладно. Как же мне... Где же этот рычаг, блин, лежит? Я, блин, как лошадь ищу, блин. Но никак не найду, блин. Так. Бежим. Давай, 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 давай. Вот. А, фух. Шума не было. А тут что? А тут ничего. Вы что, прикалываетесь? Бля. Я на капкан наступил, гребаный. О, вот рычаг. Наконец-то я тебя нашел. Хопа. А... Заяц, блин, мы так не договаривались. Что это за прикол-то такой? Непонятно. Давай, 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 давай. Все, я сбежал. Беги, беги, беги. Окей. А. Все готово. Беру отвертку. Давай, 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 беги, 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 беги. Господи. Мразь. Заяц. Чё не бей? Чё ты... Ах тебе, какая уже разница? Что ты прикалываешься надо мной? Ладно. Да ты меня бесишь уже. Куда ты пойдешь? Или никуда? Ну ладно, какая разница? Хопа. Ой, так можно что ли про... Бля. Я на капкан наступил. Ну все, наконец поднялся. Так, ладно. Так. Готово.
Хопа. Я, блин, как-то нажимаю. И на управление вообще неудобно, ни хрена. Ладно. Опа. Повезло. Взял ключ-карту. Заяц ты. Приколист. Надо убегать так. Опа. А чё так можно было? Все, убежал. Что дальше? Непонятно. Ключ-карта. Беги. Так, все, я убежал от этого зайца. Так, фух. Хопа. Ой, я помню, как я еще смотрел, как проходить Bunny the Horror Game. Я еще такой, блин, кушаю гранат. Но это было в 19 году. А что, было круто. Так, тут капкан. Хопа. Беги, беги, беги. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, я сбежал уже. Хопа, попилил. Хопа. Все, я сбежал. Неплохо так. Ни хрена себе дом. Конец. Ну, короче, ладно, давайте буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.